Уникальность нашего проекта заключается в том, что никто никогда в мире никогда не проводил таких исследований на живых концертах, да еще и с использованием таких уникальных методов, которые позволяют оценить фактически любые изменения. Когда в концертах Кантилена мы играем на наших инструментах, то приборы, которые обязательно присутствуют на всех концертах Кантилена, они фиксируют, что у людей гармонизуется их внутренний мир. То есть вот таким образом это мы, так сказать, слышали от специалистов, которые работают с приборами. Действительно изменяется состояние любого органа от воздействия, значит, вот живой музыки, живого голоса, живого звука. Ах ты, душечка, краснодевица, мы пойдем с тобой, разгуляемся. Кантилена – это в переводе с итальянского ровная протяжная мелодия. Кантилена – так названа была экспериментальная творческая лаборатория, которая занимается очень интересными вещами. Не только музыкальными представлениями, какими-то концертами, которые объединяют музыкантов и исполнителей на различных музыкальных инструментах и вокалистов, но и прежде всего, конечно, это единомышленники в общем понимании вот того мироустройства, да, в котором мы живем. То есть это объединение науки и музыки воедино. То есть и вообще это интересный коллектив с точки зрения, если музыкантов, да, то есть они посмотрят, что Любовь Гордина – это очень интересный человек сама по себе. То есть она не только выдающийся человек в науке, а еще она и прекрасная певица. Театр Кантилена – это ее детище уже как ученый, потому что она проводит исследования о влиянии классической музыки на состояние организма человека. Это я просто, когда об этом задумался, то мне показалось это очень важным в связи с тем, что как музыкант, конечно, я не мог не чувствовать влияние этой музыки, благотворное влияние именно живой музыки. И когда это научно подтверждается, и вот на наших концертах ученые проводят целые измерения как бы состояния ауры человека до концерта и после концерта, и мы видим реальные какие-то выкладки, мне показалось очень важно пропагандировать как бы и ее исследования, и заниматься концертной деятельностью в составе нашего театра. Вот мне это и нравится, сочетание просветительской деятельности, научной деятельности, каких-то достижений в области искусства. То есть в этом театре, в нашем театре и в нашем направлении все эти задачи, они слились воедино. Мы проводим мероприятия, выставки, концерты, кинопоказы. Приглашаем гостей из Венгрии, которые выступают здесь в своей программе или представляют свой фильм. Соответственно, стараемся привлекать гостей и посетителей не только сюда, здесь, в наш венгерский дом на Поварской, но и проводить мероприятия в сотрудничестве с внешними партнерами, с известными московскими музеями, выставочными залами. Значит, мы видим оболочку электромагнитную, испытуемую, перед концертом. Значит, в данном случае у нее деформирована зона печени, зона головы и зона ног или почек. Вот.
Здесь это видно по небольшим затемнениям. Вот в этой сфере это зеленый уровень. И слегка внизу, совсем практически это не видно, но легкое затемнение здесь имеется. Также в области горла некоторые затемнения тоже. Это деформации, говорящие о том, что в организме человека психофизическое состояние нарушено. Посмотрим, что стало после. Здесь деформации значительно сгладились. То есть цвета, которые представляют те или иные зоны, стали более насыщенные. Объем электромагнитной оболочки был 2813 единиц, после 2919. Ушли деформации в зонах печени, перикарда, головы, горла. Отсюда можно сделать вывод, что было оказано положительное влияние. Одна из методик позволяет вообще, например, учесть и исследовать процессы биохимические в организме. И вот те интересные данные, которые мы получили в результате, значит, вот одна дама, которой было 72 года, после концерта ее биохимические процессы в организме шли с такими скоростями, шли таким образом, как бы ей как будто было бы 66 лет.